никаких эмоций не испытываешь сам, скорее всего, это лажь. Вот. Задумчивый взгляд и куча мыслей в голове. С этого и начинается задумка идеи для фильмов. Однако не все так просто. Придумать и написать так не получится. В каждой работе есть стандартный алгоритм. Проблема, решение, конфликт и еще раз проблема. По такому принципу и строится сценарный ход для фильма. Особенно если он носит категорию короткометражки. Ведь у этого направления много плюсов. Что касается полнометражного кино, это составляет, естественно, проблему, если нет специалистов ни творческого, ни производственного звена. И потом, как правило, полнометражное производство все-таки очень дорого, затратно, проблематично, долго и так далее. Именно короткометражное производство – это та возможность быстро, дешево и, так сказать, с минимальными рисками потренироваться, с тем, чтобы, в общем, сначала научиться рассказывать истории, научиться их снимать, а потом приступать уже к каким-то более масштабным работам. Такой проект, как киношкола, в крае проводится впервые. Главная задача – обмен опытом и, конечно же, научить правильно рассказывать историю фильма. И только тогда получится писать сценарий. Режиссеров, сценаристов, операторов, преподавателей творческих профессий ждут мастер-классы на разные темы – от продюсирования до монтажа. А организаторы отмечают, что изюминка этого проекта – не только мастер-классы, но и подготовка сценариев. Аудитория заполнена такими мотивированными, заинтересованными людьми. Рассчитываем, что по итогам киношколы будет написано 3 сценария короткометражных фильмов, которые в дальнейшем будут иметь шансы быть реализованными. Эти сценарии будут разрабатывать прямо во время мастер-классов. И идея фильма будет готова настолько, что останется только снять. После завершения киношколы кураторы будут помогать своим студентам в онлайн-режиме, а также выезжать на площадки и контролировать съемочный процесс. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.